Ребят, привет! Сегодня видео у нас о компьютерном здоровье. Иногда со временем ваш компьютер начинает издавать очень странные звуки. Вот примерно вот такие. То есть вы видите, да? У нас какие-то проблемы с железом. На это есть несколько причин. Возможно, у вас неисправно оборудование, или кулера слишком грязные и уже не могут выполнять свои функции. И нам на помощь придет профилактика. Но прежде чем я покажу далее, предупрежу, все действия выполняются на оборудовании, которое не имеет гарантийного срока. Потому что если вскрываете блок питания, это несет потерю гарантийных обязательств фирмой, продавцом или производителем. Производитель, если вы вскрываете, производитель не несет никаких гарантий, что вы все сделали правильно. И еще одно предупреждение. Если вы полезете в блок питания, всегда вы должны убедиться, что он обесточен. И там нет остатков заряда, чтобы вас не ударило случайно током. Вскрыв блок питания и открутив вентилятор с кулера, я вижу то, что они очень пыльные. На самом деле тут, скорее всего, уже продували блок питания, слишком он чистенький. Но более мелкой фракции пыли остались на лопастях. То есть или разбился подшипник, которого, возможно, там просто нету. Грязь каким-то образом попала между шпинделем и мешает свободному вращению. Забрав вентилятор блока питания, я обнаружил пыль на магнитном кольце внутри вентилятора. И все высохло. Грязи было много. Старая смазка а-ля солидол сохлась и спрессовалась и выглядела очень ужасно. Естественно, этот вентилятор нужно было почистить. Почистить значит удалить всю старую смазку, полностью вычистить все втулки, внутренности, все отверстия, почистить, убрать всю пыль с внутренней части лопастей и с магнитного кольца, что я и сделал. И как вы понимаете, нам нужно чем-то смазать. Если вы подготовлены и у вас уже давным-давно в гараже, в машине, то у мамы, в швейной машинке или у папы завалялась силиконовая смазка, то это здорово. Но я случайно наткнулся в магазине, в розничной продаже, компьютерных магазинах, вот на такую штуку. Это Steel SPO2. Некое средство для смазывания вентиляторов и подшипников. Стоит недорого, и мне захотелось попробовать, как оно эффективно. Это наше отечественное производство. Какой-то инициативный человек взял на себя смелость расфасовывать силиконовую смазку по медицинским шприцам и продавать недорого. Да, средство эффективное. Смазав все поверхности, кулер приобрел вторую жизнь. Собрал блок питания обратно и посмотрим, как он уже звучит в собранном состоянии. Вот такая вот профилактика. Я еще раз напомню, ребят, вы можете чем угодно смазать. Я не мучаю голову, где мне взять смазывающую штуку, куда мне бежать и что покупать. И стоит недорого. На какое-то время хватит. Почти 2 куба было, но максимум, наверное, 1 миллилитр использовал. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать. Показать, как примерно чистить вентиляторы, если у вас на это есть желание и силы, а также поделиться своими впечатлениями от силиконовой смазки Steel SPO2. Надеюсь, было интересно, полезно. Все ваши замечания, предложения, пожелания оставляйте внизу под видео. Также ими можете поделиться в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Всем удачи, пишите письма.